Так, ребят. Все, я здесь сцена 2 оставлю. Ребят, сейчас я покажу вам, что мы будем смотреть сейчас. Будем мы смотреть следующий турнир. СГЛ он называется, соответственно. Группа А сегодня будет играть True, Sleep, Guru и Бьяны. Каждый с каждым здесь такая тема будет. True с Guru сначала ЗВЗ у нас стоит, потом Бьян вступает в бой. Но как бы там могут меняться местами все эти игры, в зависимости от результата игр, да, там как бы... Вот, короче, ждем начала, ребят, и я всех вас рад видеть, конечно. Задержка 90 секунд, помните, что поддерживать на меня и мой канал, естественно. Отблоки, отключать премиум, подписываться и по реквизитам описания или через плеер. Ну, а мы ждем старта всей движухи. А вот и труп подъехал. Гуру уже здесь. Увермайн, ТМЗ, привет. Ну, Пейшенса более-менее ждал с детством, что он может выстрелить, а вот что Солар разгромит, вообще не ждал, я честно говоря. Вот. Так, надо переименовать стрим. Так, не понял, я врубился ли Twitch, сейчас я проверю, вроде как. Так, что Twitch-то не это? Не поднялся, что-то не понимаю. Да, здесь все будет бо-3, ребята. Все стандартно абсолютно. Как и Life and Cup, только ну, немножечко другой призовой, немножечко другой формат, немножечко другой сервер американский.
Ну что, пошел инвайт. Так, призовые можете в сеточке посмотреть. Призовые неплохие там очень даже такие. Ух, 12 новых, откуда у меня столько? Все, ребят, гуру против трус, ЗВЗ, у нас все начинается, поехали. Американский сервер, всем удобно, тру сейчас в Америке, для него вообще халява получается. Ну и посмотрим, насколько силен этот все-таки кореец действительно, или так он силен. Так, у гуру начинает газ качаться. Пул первый, газ чуть позже. Заказ у него был. Утру 17-я хата, газ пул. Точнее, нет, утру тоже пул газ, можно сказать, потому что газа слишком мало добыто. Пошел Роуч Ворон сейчас. Со стороны гуру тоже какой-то ранний, практически самый. Делается мув лингом. Но сейчас, я так понимаю, гуру какие-то роучи линга пуш сейчас собирается сделать. То есть для чего пул первый был? Это что Роуч Ворон побыстрее запилить. И как бы еще и мув пораньше в итоге одновременно с мувом.
Так, 6 роучи. Да, у Гуру 6 роучи. Это никакие на такой стадии не оборонительные роучи. Ни в коем разе. То есть сейчас все это дело пойдет вперед. Гуру просто подождет немножечко, пока они все вместе сейчас соединятся, чтобы уже спалиться. Так спалиться и максимально короткое время, чтобы прошло до врыва к оппоненту. Забегает Гуру. Все прекрасно. Видите, там третья хата пошла. И роучи 6 штук двигают вперед. Тру настолько внимательно, что даже одного линга успел от них отвести. Линги подстраиваются. Плеточка пошла сразу же. Роучи Уоррен Тру заказывает также. Будет ли Гуру Реведжер каких-нибудь делать? Вот чего не знаю, того не знаю, если честно. Еще одна плетка пошла. Может, даже и Реведжеру будет добавлять. А может, в процессе боя будет роучи спасать с помощью морфов Реведжеров. Не знаю. Заходит Гуру. Третью надо отменять. Что-то Гуру, кстати, не спешит наламываться, я смотрю. Но лингов много еще строится. Лимита боевого все еще больше. Тру не успел хату отменить, что самое интересное. Почему он хату не успел отменить? И Гуру сам третью хатку ставит, понимая, что у него есть преимущество определенное. Привет, Аверс. Нет, Стрэндж вчера не прошел. Можешь сетку посмотреть сам. К сожалению. Хотя был близок, чтобы шоу-тайма зашатать, например. Так, контратака от Тру идет. Маслингов. Роучи и Гуру как-то криво отводят. 4 здесь, 3 здесь. Вот этих вообще в легкую может принять. Просто Тру сейчас грызть. Там сзади линги бегут за роучами тоже. Здесь надо будет принимать, значит, хату отменят. Гуру принимает бой и разваливается. Не сгрызает отчасти, но часть развалилась, разменялась более-менее вровень, соответственно. Гуру здесь в это время Тру на халяву королеву пытается зашатать. Королеву так просто не пошатать. Это королева живучая очень оказалась, но все-таки убивает Тру королеву. Это две королевы уничтожены. Здесь, ой-ой-ой, какой врыв, блин, в рабочих, печаль. 3 дрона минус, ну 3 еще не критично пока для Гуру. И хату Тру отменил, короче, везде все он отменил, вообще обнаглел. Вот, а здесь что, роучи-то есть? Нет, роучи нету пока. Но лингов много очень. Да. А еще был Зуко растворимый, тоже такая хрень. Это было очень давно. Я помню, в деревне еще часто очень ездил, я маленький тогда. Да. Лет 20 назад, наверное. Овера минуснул у нас, короче говоря, Тру сейчас Гуру. Ну, в общем-то, переворот, кореец, как обычно. Чё кореец? Это и кореец есть кореец, ребята. Бегал туда-сюда, что-то там лингами забегал, отгрызал, королев отгрызал, юнитов, отменил третью хату. И в итоге выходит плюс, и вот у него уже шпиль пошел. А что у Гуру? А у Гуру ничего здесь нету вообще, короче, у него роуч ему делается. Он собирается на роучах вырываться вперед. То есть он собирается на тайминге плюс один, который через 34 секунды будет. Ну, уже меньше, понятно, пока говоришь, уже меньше. Ну что же, я даже не знаю, что из этого выйдет-то. Ну, посмотрите. Наглый кореец. Наглый в хлам вообще просто. Подбегает сюда, забирает несколько юнитов, убегает. Роучи линги тоже сейчас вперед идут. Муф уже готов. 89-98 по лимиту. Там чейджинг у Гуру какой-то поперся. Сейчас, короче, Тру еще будет наносить удар. Ой, сейчас 7 уталисков. Единственный шанс для Гуру был сейчас прямо на плюс 1 как-то выйти грамотно.
Так, сколько муталисков уже? Где-то штук 7 уже есть. Смотрите, самый прикол, что Тру здесь без мута даже практически выигрывает. То есть Гуру даже выйти не смог. Сейчас мута прилетит, и это авто ГГ будет для Гуру просто. Мутка принимает бой, Гуру идет вперед, а что ему еще делать остается? Ну что, 136 на 100 полемит, пытается спорку, конечно, успеть труп построить, но Гуру, простите, ну что, спорка его тут уже и не спасает, то, собственно, налом на третью хатку идет между спорок. Между спорок труп Гуру сейчас принимает просто, вот. Короче. 116-95, еще пока... Пытается Гуру держаться, но спорка падает, хоть мутки части гибнет, но все равно здесь проблемы гигантские. Сейчас уверы начнут падать, сейчас все начнут падать. Линги сгрызают королеву, муталиски минусуют уверов, муталиски минусуют роучку, пошли вперед. Роуч неплохо контроль, за два залпа роуч падает сейчас, соответственно. Вот инфесторы первые подъехали, но они пока без энергии, Гуру еще их и не законтроливает, как надо бы было бы. Законтролить. Труп пытается прям в напофиг ворваться. Домикоза врывается, всех минусует, даже под спорками. Ну и что ты будешь делать? ДГГ, конечно, писать давно пора. Он сейчас еще мутка. ГГ пишет Гуру. 1-0 Тру. Изи пизи. Ну что, Тру против Бьяна вот хочется посмотреть. Это будет интересно, мне кажется. Так, нет, Блай не сегодня играет. А при чем здесь Блай вообще? Блая здесь и нету. И в названии нету. Нет, конечно, здесь не Бу один, а Бу три, ребята.
Так, ну что? В этот раз гуру не мудрит, ребята. В этот раз хата пошла. 17-я, как и здесь, собственно говоря. Ну, посмотрим, будет ли какие-то беллинг-войны, или, может быть, переход макро, или, может, кто-то роучи сразу будет делать, я не знаю. Сейчас все будет видно. Что-то там у вас разгорелось, сок не сок, по поводу нешуточная эта тема, смотрите, не поделитесь. Горячие финские парни. Завтра ж на охоту, завтра ж на GSL, всем спать. Ладно, короче, Беллингнес здесь у Гуру и у Тру тоже Беллингнес, оба третью ставят, у Тру на рабочую больше, на два сейчас было, сейчас уже у Гуру больше на рабочую. Так, вот Рус пошел Лэр. Ну такая, в общем-то, игра без особых, в общем, каких-то напрягов. Никто Беллинг бастить не хочет. Ничего такого делать вообще никто не хочет агрессивного. Вот. И, собственно говоря, оба с третьей хатой в итоге просто максимально халявно, даже без юнитов практически. Ну и что, наверное, это будет шпиль от Тру. Я не знаю, что он хочет сделать. Пока роуч урона нету под тайминг лейера, значит шпиль. Скорее всего, здесь, кажется, у нас два эволюшена не просто. Так, это будут у нас, соответственно, милишные грейды со стороны Гуру. Да, пошла 1-1, и у него масслинги там заказаны сейчас. Здесь лейер готов, но ничего пока из него... А, вот шпиль пошел. Где пошел? На мейне? Нет, на второй пошел шпиль. На мейне здесь линк бегал, Тру вроде как принимает его. В алмазную лигу из севера попал. Прогресс, как говорится, налицо. И это хорошо. Ну что, Тру вообще-то отгоняет Гуру. Гуру что-то пытается куда-то забегать. Ну а что толку? Я с новой квартиры стримить и не собирался. Я уже об этом говорил 500 раз, когда еще об этом речь шла. Я собирался стримить из коми-студии, что являлось моей комнатой. Уехать с кухни, и вот наконец-то я с кухни уехал, я в комнате. Возьму сбор на диван где-то. Так как он здесь отсутствует. Вот. Ну и вообще на все про все. Так, тут кажется, как бы... В милишные грейды играет Тру, а терпит под Гуру, а терпит почему-то сам. Он же тоже от лингов сейчас, в общем-то. Я не понял, почему. Муталиски уже вперед вовсю летят.
Гуру пытается контратаковать. Линги на 1-1 в грейдах прямо через мутку летят. Тру, конечно же, с ними бой принимает. Здесь две плетки есть. Ну, мута лингов очень хорошо убивает, плюс две плетки. Как-то здесь проблемно для Гуру будет, в общем-то, в этой игре уже. Почему? Здесь масса... Кстати, 2-2 там пошел. Не знаю, может, какие-то контрзабегания получится. Опять забегание пошел лингом. И опять успевает Тру встретить их муталисками. Ну блин, муталиски только и делают, что за лингами гоняются. Ничего хорошего тоже не происходит, на самом деле. Вот залетает мутка. Вот уже, вот это уже другое применение муталисков. Правильное, блин. На мейн залетает, королеву убивает. Хайп пошел. Ой, минус инфестер сразу. У Гуру просто колоссальные сейчас проблемы. Спорки падают за пару залпов буквально. Ну надо срываться на третью сейчас. Тру срывается на третью, фокусит дронов, фокусит спорку, сейчас мы максимально быстро убивает. Видит Тру инфестора, что есть, пролетает дальше, еще одного инфестора подрезает, но на королевах не надо отдаваться. Гуру что-то даже трансфьюза не кидает, странно почему. Вот, ну и все, с лингами врыв пошел сейчас. Муталистские линги, короче, бьются просто против лингов, причем а даже на один, грейдах линги умудряются... Нормально под муткой стоять против лингов оппонента. А когда будет 2-2, представьте, что это будет. Пролетает Тру. Сейчас был бы Микос у Гуру, это ГГшечка Тру была. Потому что сверх нагло летает здесь, конечно, сверх нагло действует, я вам скажу. Еще 7 дронов зашатал, но мутки тоже теряется немало на самом деле. Предельно аккуратно нужно быть по этому Тру. Вот газ подбрил раз. А что, Гуру вообще не знает, что такое трансфьюз, я чуть не понимаю. Гуру просто все летает, убивает, как бы, и жирные здания всякие. Так, нет, это у меня одна квартира, это квартира мамы моей, где она живет. Ну, а я просто в комнате работаю. Другая квартира... Моей семьи получается уже. Пошел на лом над муталисками лингами. По две спорки Тру попадает. На микозы, блин, попадает жестко. А микозы очень жестко стопают муточку. В итоге мутки хоть много, но, блин, какая-то беда здесь. Она вся демедженная стала очень муткой. Королев-то много там ходит. И Тру постоянно на спорках что-то теряет. Сейчас доиграется так Тру. Вон там лингов этих шатает постоянно. Нахрен ему это линги сдались эти. Я вообще не понимаю, что Тру делает. Он во что вообще смич-то собрался делать. Кажется, в Леру лимит-то уже равный практически. Стэк мута отдал, ее ни в коем случае нельзя было делать Тру. Сейчас он может отдать эту игру. У Гуру 2-2 уже линги. Это же дичь какая-то просто. Пошел врыв бейнами. Блин, линги на 2-2 тут нормально на самом деле стоят, даже против бейнов Тру. Вот они зашли, минус 14 дронов, минус личинки. Ну, смотрите, сколько королев вот, у Гуру уже. У него делается рейнджовая атака, сейчас он сделает... Вот реально, сюда к этим королевам вот один ультрал есть. Уже есть уникальный армор, второй ультрал, и все, можно спокойно делать выход. И просто Тру нечем будет его убить до люры. Ну, как только будет люра, будет проблематично.
Так, 158-118. Много люркеров идет вперед. Все они копаются, ультрала подбревает тру. Нужно идти вперед сейчас, люрой. Люры реально дофига здесь. 12 люркеров. 14, пойти, а где еще? Два тогда. А, они сзади где-то там подходятся. Есть уже ренжовая атака одна. И такое количество люры даже ультралами тяжело убить. Вот в чем прикол. Гуру что-то куда-то жмет, не понять, куда он жмет. Пошел, инфесторов отдал на ровном месте. Пойдет вперед выбивать. Да, пойдет люру выбивать, кажется. Заходит ультрой. Ультра трансфьюзится. Энергии очень много, но королевы со сплэша падают просто все сейчас. И это очень печально. Люра тоже еле... Так, люры... Люра остается еще. Ультралы... Ультралы кончаются. Ультралы кончились. Люра все разбирает. Гуру бомбит. Гуру покидает игру. Покидает на форсаже. Да ну, Зука одновременно с UP инвайтом появился вообще, практически. Насколько я помню. Тогда. Чё ты там подчесываешь? Ну что, 2-0. Кто следующий у нас будет играть? Написано, что Бьян против Гуру должен играть. Ну, сейчас у Гуру еще бомбанет до небес просто. Вот. Походу. Так, погнали.
Ну, может быть, он и поздний. Ну, что-то по ссылке по твоей я не вижу, что там дату, когда он появился. Я помню, что был еще и Юпи, как бы в то время, и все дела, и уже Зука потом появился. Ну, он появился позже, ну, там, не на годах. Как-то, наверное, она некоторое время. Да, посмотрите, Бьян против Гуру. Погнали. Так, ребят, схожу-ка я водички налью, что-то я задолбался. Спрашивать, какой сервер. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. Так, все, ребят, я здесь. Что мне не скажете, что текст-то тут не очень у меня расположен сегодня. Так, проставляю контрола. Ян играет из Кореи, а сервер американский. Но Гуру тоже с Европы, поэтому. Ну, чат есть, часть стрима, еще я чат читаю тоже. Что-то я подустал уже. За последнее время, после выходных, тоже стримов достаточно много. Вообще каждый день почти стримы идут. Ну так и должно быть, я считаю, конечно. Но иногда просто что-то прям, ну вот, накатывает мне что-то вообще. Телевизор. На кухне много вообще плюсов на самом деле. Очень много. В плане того, что и воду налить, и все дела, но на кухне я мешаю, в том числе сам тоже всем. Расстроился Гуру здесь. Рабов на вторую раскачал. Все, мув почти готов. Третья хата уже скоро готова будет. Точнее, раскачиваться будет. Но у Бьяна в Симок стандартный билд. Бараки, факта, старкор. Так, а что у меня за захват сейчас стоит? Нормальный захват. Пристройка. Привет, полупупевший. Почему кросс-то? Где кросс? Вот здесь не кросс, например, на фросте. На некоторых картах просто не кросс, имбовые будут респы. А на некоторых нормально.
Так, Масит Лингов, Гуру, сейчас 1-1, грейды пошли, от Бьяна 2-0 дроп, полетел мимо Лингов, не видел сейчас Гуру явно вот этот вылет. Здесь Марик готов противостоять Лингам, трем штучкам, бедная КСМ-ка, ей пришлось сейчас выйти в другую сторону, но Бьян не побоялся открыть депошечки совсем и все нормально сделал. Так, берет Мариков. Ну, кстати, играть на чужом сервере для контроля Бьяна, это может быть опасным. Ну, я смотрю, контроль у Бьяна, в принципе, нормальный. Гуру попытался окружить. Окружил, но Бьян улетел. Нет, от гранатки, броня от гранатки не спасает, поэтому зачастую просто риперы прилетают. Три рипера кидают гранату, это минус все личинки просто. В плане выбивания личинок очень эффективно действует. Так, здесь королева что-то пришла. В это время дроп на вторую базу. 6 дронов Бьян подрезает. Но по лимиту, кстати, не так уж все и хорошо у него здесь. Пытается уйти медиваком. Что, уйдет еще? Да, похоже, что ушел. Чудом ушел, как говорится. Чудом. Ну, сейчас еще и мейн Бьян подшатает немножечко. Не стал играть в танки, и сразу же прессинг дальнейший, стал переходить в макро, в общем. Ну, трех дрончиков подрезал сейчас. Не знаю, может лучше улететь вообще было куда-то. Опять же двойной дроп со стороны Бьяна. В этот раз Марики со щитами, но двойной здесь уже не зарешает. Мне такое ощущение складывается. Что-то Лингов слишком много у Гуру. Да, он окружает Бьяна. Бьян улетает, чудом потеряв только одного Марика сейчас. Гуру на трех базах, в свою очередь, сидит, как бы, и это для Бьяна хорошо. Вот у него 2-2 грейды пошли. Вот он еще 3 барака добавляет. Сейчас 8 бараков будет, и третья сэшечка полетела. То есть сейчас просто попрет прирост. Так, приходит Бьян, что-то крип не стал шатать и улетает, не знаю. Короче, передумал вообще что-либо делать. 2-2 делаются, у Гуру 2-2 не заказано. Бьян третью СТ-шку начинает так посерьезнее уже добывать. С мейна, видимо, часть рабов перевел, не знаю, или со второй. Туречки понемножку напиливают. Здесь малики, интересно, стоят на хайграунде, их никак не выбить будет. И фугасы пошли. Ну, Гуру пока не перемасить Бьяну, но Гуру почему-то вот он... Я не могу понять, почему макрохата есть, почему он четвертую не ставит. Что ему мешает? Пораньше-то помешало поставить это все дело. Минка делает залп, минус муталис. Ну, что-то полетал, Гуру улетел. Так, ну и вперед погнал, естественно. Бьян одновременно, наверное, сейчас загрузится куда-то сюда, полетит к этой базе.
Нет, не летит туда даже. Просто крип пошатал, еще прирост сюда подводит. По лимиту в плюсе в абсолютном. И что, собирается вперед Бен идти или нет? Да, собирается идти вперед. Здесь есть скрипт, что марики ушли, сныкались. Чего они ушли? Королеву Бен принимает, заходит. Да, вот уже войска здесь. Минки закупаны нормально. Как-то минки провально сейчас жахнули. Ну, вот последняя только по беллингам попала неплохо. В это время что-то Бен куда-то не туда ходит мариками. Выбивает криптумора. Тут, может, и не криптумора, то уже выбивать надо было бы. Тимкачится Бьян, мутку отвлекает либераторами. Минки делают залпы, ну неплохие минки залпы делают. Гуру вроде как бы принимает Бьяна, да. Ну, кстати, у Бьяна проблемы. Мне кажется, что-то у него тут там то ли с задержкой, то ли с чем. И его стилю тяжело очень в таком раскладе играть. Ну, очень скоро 3-3 у Бьяна будет. Сэшечка, он перелетает. Тут еще не вечер, на самом деле. Гуру пытается мариков забрать здесь муталисками. Забирает, но не без потерь. Так, туретку Бьян не успевает вычинить. Ну, био приходит, мутку вроде как отгоняет он. Еще одна группа ходит в районе центра. Мутка летит, все шатает абсолютно. Бьян гуру улетает, Бьян отступает назад. Марики принимают бой против муталисков. Марики на 3-3 уже грейда. Опа, за то, что хотел забрать медивак, Бьян гуру минусует сразу муталиска. Если один что-то отлетел, тоже отдается. 3-3 грейды, это очень хорошо сейчас для Бьяна, но по лимиту что-то космос какой-то у гуру здесь. Ну, кстати, боевой-то одинаковый почти сейчас, что самое интересное. Мутка наламывается, здесь гуру пытается забегать, забежать. Вроде как получилось, но дэмэджа большого не нанес особо никакого. И Бьян, смотрите, отбивается, и можно в контратаку пойти. Медиваки есть там с лечением, в принципе. Прирост есть, и есть юниты достаточно много. Идет Бьян вперед, стимпачится. Я не понимаю, зачем он только все армии стимпачится, а такие все дохлые вообще. Стимпачится Бьян еще раз. И все... Смотрите, как рискованно, но... Успевает супер в тайминг просто. Какой Бьян вообще молодец, а? Как он прочувствовал, что он успевает здесь. Мне напомнило старого Наду. В старые времена, я помню, какая-то игра была. Он просто стоит мариками. У Зерга просто в хата ставится на третий, ну как бы на дальнем респе, на второй базе. Он видит, что там люра сканет, люра только начала морфиться. Он просто стимпачится со своей второй на кросс, через всю карту пробегает по размерам, примерно как, ну как Lost Temple, наверное, стандартную. И успевает убить, да, ну, люру на появление прямо. Также здесь и Бьян просто прочувствовал и уничтожил. Так, ну ждем хост, что говорить-то тут еще.
Ну что, захожу в игру. Сейчас начнется, сейчас я отойду. Там, кажется, кошка сюрпризов оставила. Что-то не нравится мне запашочек. Надо разобраться, что там к чему. ФСМ готов. ФСМ готов. ФСМ готов. ФСМ готов. ФСМ готов. ФСМ готов. Улучшение завершено. Все, ребят, я здесь. Давайте смотреть продолжение. Опять же, Рипер, опять же, выход в ранний Steam стандартный абсолютно. True Controller. Что-то дрона повел, пытался что-то сделать, но в итоге ничего не заказал. Так, здесь просто Рипер разрывает. Два дрона минус в начале. Но это, я не знаю, это какое-то неуважение со стороны... Со стороны этого Бьяна. Опять реперочек запрыгивает. И опять минус дрон. Что за царь Рипер-то просто? Со стороны Тру. Ой, со стороны Бьяна. Четыре дрона просто запилил он Рипером этим в этой игре. Еще и остальных там продемажил жестко. Не, ну так дела не делаются на самом деле. Это печальное начало. Для гуру. Пошла депошка, конечно, но тут линги забегают. Странно, что Бьян стоит таким образом, что вообще ее не прикрывает. Даже что-то у гуру вообще провал сейчас в этой игре. Там 4 дрона потерял, здесь КСМ-ку даже не смог зафокусить. Я не знаю, может сервер все-таки решает. Но Бьян вообще с Азии, ну, из Кореи играет на Америке. Как бы. Ну, для Европы, мне кажется, Америка нет. Ну, хотя, не знаю, для... Западное побережье сервер, он для Кореи более-менее, для Европы не очень, а другое побережье для Европы получше. Типа какой у меня пинг, мне просто интересно, на Америке. Ну, 200 стабильно держится, на Азии 300-150 где-то.
Сядь 1.37, несмотря на все потери в начале у Гуру, все нормально по рабам. Просто весит овер, Бьян его не сбивает, кстати, тоже странно. А вот сейчас собьет сразу же. Как только медивайки прилетят. Хорошая работа. Скан пошел. Ну что, Бьян будет заходить через вот это направление или куда он пойдет? Нет, он решил, что надо два линга сейчас подрезать Гуру. Ну, двух подрезал, а теперь можно и через это направление зайти. Третий медивак летит. Посмотрите, есть 16 мариков, плюс 6 летит, это 20. Два марика сейчас будут, соответственно. Плюс минка одна. По-моему, у Гуру проблемы здесь намечаются. Очень серьезные. У него стиль-то без бейлингов. Ну все, заходит Бьян с тремя медиваками, плюс масс-марики. Будет ли скан, вопрос хороший. Минка копается. Главное, что минка самому себе, да ему-то много не нанесла. А минка самому себе бьет. Я просто сейчас реально матом начну. Ну зачем эта минка здесь была? Убил бы нахрен бы его вообще. Она со своих же мариков стрельнула, блин. Ну вот это я не знаю, короче. Так, третья сэшечка у Бьяна доделывается. Заходит Бьян, начинает шатать понемножечку. Добавляет барак, сейчас их 8 штук станет. 1-1 готовы. В прошлый раз 2-2 Бьян заказал пораньше. Что-то в этот раз 2-2 он не заказывает. Понять не могу, чего. Я не знаю, где ты дебильно эти цифры взял. Они, наверное, десятилетней давности. Видимо, там статистика по какому-то там этому, по площади или я не знаю, по каким параметрам вообще. В Корее, может быть, до сих пор, конечно, интернет и самое, но то, что, блин, в России один из, как бы, интернетов топовых сейчас, это факт. Потому что... Такого дерьмового, как, например, во Франции интернет, когда мы ездили, я вообще не видел, как бы, в среднем. То есть, да, там, но на турнирах, да, проведен, как бы, но в всяких гостиницах, там, и т.д., там вообще просто дерьмище, как бы. Самый, блин, левый тариф у меня сейчас в Пскове, и то, как бы, лучше. Не говоря уж, там, Москва-Питер, как бы. Так что это статистика полное фуфло. Ну что, 163-164, Гуру на самом деле живет, тут уже вторую игру достаточно неплохо против Бьяна, но все равно немножечко ему не хватает. Но видно, что из-за того, что Бьян не на Азии играет, и у него нет его контроля просто великолепного. То есть он просто не настолько жесток в плане контроля становится из-за сервера. Сейчас Бьян что-то в ловушку это попадать не лег. Ой, как минка сейчас жахнула. Ой, как вторая жахнула. Ё-моё, вы видели сейчас, что произошло-то вообще? Сейчас у Гуру полыхнет же, наверное, не? Выходит Бьян опять в центр.
Это было жесть вообще, что сейчас произошло. Одна минка 20 с лишним, и вторая просто 20. Один юнит был уничтожен. Причем там беллингов 20-ка была уничтожена. Около того. Может, не столько, там не все, конечно, беллинги погибли, но это было больно. Это было очень больно для гуру. Идет Биан вперед. Принимает бой. Скин пошел, сплит пошел. Минка не успевает стрелять. На халде Биан законтролил. На халде все вылечивает. Для чего? Для того, чтобы продолжить врыв. Для того, чтобы юниты не были желтым ХП. И вот прирост он начинает подводить. Тоже абсолютно верное решение. Здесь что-то один Моралёв вперед вышел. Но он вышел, чтобы разводить. Пытается гуру отбиться, Бьян еле-еле тут держится на центре. Кстати, почти гуру тут отогнал. Причем проблема в том, что у Бьяна 3-3 не делается, в отличие от гуру. Ну, посмотрите, какой прирост просто сюда подходит. Почему точку сбора вообще Бьян сюда не поставит полностью? Не знаю, боится, видимо, что будут какие-то забегания от гуру в спину, но от гуру только в лоб дерется. Это же гуру. .59, .137 продолжает Бьян давить. Даже на Америке просто великолепно давит. Мутка минус вся. Минка даже стрельнуть не успевает. Насколько Марики все разрывают жестко. 2-0. Бьян с кем там дальше будет играть? Бьян Тру написано следующее. Это будет центральный матч фактически самый интересный. МС, я вообще не знаю, что это за интернет такой 2МС. Это как. Ну тут, наверное, от сервера что-то зависит.
Так, все, начинаю черкать. Сейчас я позвоню человеку, чтобы он мне позвонил, как бы, вот. Да еб. Ну чё, я здесь, ребят, заходим в игру, кто-то не жмет готовность, по-моему, да? Тру против Бьяна сейчас будет играть, но получается это американский сервер, учитывая, что Тру в Америке, какая-то халява для него, по-моему, но посмотрим, сможет ли Бьян так сыграть нормально на Америке. Так, ребят, рад, что вы постоянно что-то обсуждаете, обсуждения конструктивные в основном. Это радует, а у нас хороший StarCraftик подъехал, ТВЗ, Тру против Бьяна. Так, водички нам попить. На самом деле, вот по поводу интернета у нас, ну вот, например, Псков это, этот, ну как бы получается, федераль, не федеральный, это региональный центр, то есть столица Псковской области, да. Здесь все хорошо. Да вот в регионах, там в крупных городах самых у нас, там Великие Луки, это самый крупный, наверное, нормально более-менее, вот... В маленьких всяких ты городках, поселках городского типа. Там, да, просто у нас эти из-за гигантской нашей территории и так далее. Там получается только мобильное нет. Вот в чем прикол. То есть, видимо, здесь вот в этом загвоздка какой-то статистики может быть. Ну, извините.
Настройка завершена. А, так ты читать-то не умеешь, что ли? Рейтинг самым быстрым мобильным интернетом же написано. Мобильный. Нахрен мне этот мобильный? Это у меня провод в компе. Вставлен. Все нормально. Так, поехал Геленчик от Бенчика вперед. Смотрите-ка, не через ранний стимул начинает, что даже удивительно. Так, летит дропчик. Здесь у нас Гелиончик был уничтожен, но сейчас дроп на вторую прям залетит. И успеют ли линги сюда? Хороший вопрос. Минка копается, линги не очень-то успели сюда, я вам скажу. Сплит от тру просто... Вообще не тру сейчас был сплит. Вот. Короче говоря, Бьян все равно уходит сейчас вниз в итоге. Находит овера. Ну, кстати, овер с мумом уже. Будет он его убивать пытаться? Нет, не пытается пока убивать. Здесь овера тоже отогнал бункер. Сейчас бараки добавляют. Короче, сейчас будет стим наконец-то заказан. И вот либератор порешил. Смотрите-ка, что происходит. Тру решил, что нужно сыграть его всякую любимую его агрессию, как бы, да? Это линга королевы врыв. Сейчас еще армор доделается. Королевы летят прямо наверх. На ХГ, правда, не залетают. Ну, по-моему, этого достаточно, чтобы пробить Бьяна сейчас, и очень похоже на 1-0, потому что здесь что-то как-то больно вообще. Тем более, что королевы смогут сейчас сесть у овера и дальше залететь на хайграунд. Что и нужно делать Тру. Сейчас не понимаю, что он... А что он делает-то вообще? Что он улетел? Что он не хочет добивать? Пошел дропчик, у Бьяна стима еще нет. Если Бьян здесь отобьется, у него 3 ЦС-шки, несмотря на то, что, несмотря на то, что 1-1 грейды не доделались, я думаю, что у Бьяна еще все нормально может быть. Вот он тут бьется с лингами. Сейчас стим доделается, он просто прожмет стим и пойдет шатать. Так, мариками под контроль отошел. Полечи ты мариков, вы уведите все нафиг отсюда. Так, пытается овера улететь. Так, попытался Бьян подрезать, но нет, здесь королевы десантировались, сразу же все отогнали. Нужно щиты Бьяну делать, нужно кидать экстра саплай обязательно, потому что сейчас не заказать, он ничего не может вообще. Пошел еще экстра саплай. А у меня тут какое-то просветление просто произошло, ребят, секунду. Готов. Эй, Сэм,
Так, минус овер. Не, ну тут у Бьяна не получается отфокусить Беллингов, к сожалению, здесь тяжеловато все-таки ему. Щиты еще тоже не готовы, вот дропается Бьян, разгружается. Потом попробовал фокуснуть, но все-таки линги больно грызут. Бьян отлетает еще немножечко назад, сейчас разгружается. Стенки, думаю, нет, но есть продакшн 1-1, заказаны грейды. Марики уже на щитах полетели. Так, Беллинги в овере сидят у Тру. А что они там засели-то в овере? Заходит Бьян, симпачится. Подбревает много дронов, реально, на третий. Пытается хату вкуснуть. Хата трансфьюзится. Очень много трансфьюзов здесь у Тру. Бьян на пофиг хотел все-таки дофокусить, но не дофокусил. Не, ну это было слишком нагловато, конечно. Тут тяжело было зафокусить еще. Еще два медивака загружаются. Залетают Беллинги, 4 штуки сейчас. Овер пытался Бьян отфокусить, овер не отфокусил. Но рабочих успел отвести, самое главное это здесь сейчас. Пинг с Южной Кореи на Америку не может быть меньше, чем с России на Европу. Можете заканчивать этот разговор. Короче, дропается Бьян на вторую. Здесь опять дроп какой-то Беллингов идет. Здесь Бьян шатает, убивает оверов, но утру масса оверов до заказа сейчас. Медиваки улетают, Бьян тут на 9 сейчас разгрузится. Бьян держится и держится великолепно, по-моему. Хотя у Зерга 2-2 доделываются, и что-то немножечко все-таки Бьяну не хватает здесь, чтобы именно получить преимущество, дожать, что ли, как-то. Так, группается Бьян на мейн, пытается фокуснуть, да дофокусит ты уже, ё-моё, чё ты, блин, два Марика жалеешь, тут грейд просто, ой, это так круто было, если он коготь этот выбил сейчас, было просто царски. Так, отходит Бьян назад немножечко, вот минку выманивает Беллингов, но, так, бункер чё-то не сел вообще, короче, отдал сейчас он свой врыв, вот этот провально, конечно, сейчас законтролилось. Ну, видимо, все-таки пинг решает сильно здесь, как ни крути. Два дрона подбил, но этого мало явно. 111-161, чуть по лимиту начал проседать. Все-таки Бьян 2-2, конечно, делается, но утру уже 2-2 есть. Утру что-то слишком много всего. Начинает Бьян третью, наконец, добивать. Блин, вот 4 таких здесь депошки стоят, просто 4 депошки убил, минус 64 соплая, просто сразу же тирану будет. Thank you.
Так, очередной врыв. Не дает покоя Бьяну сейчас тру. Вот. Так, завязываем там за пропаганду затирать, а то сейчас набежит хомячков, вот. И экспертную всякую тоже врубать. Про интернет обсудили, хорош. Так, здесь, короче говоря, харас от Бьяна, на мейне дропчик от Бьяна. Здесь тру вроде как отбил, 140-200 по левиту, вот. Но Бьян неумолим, просто он центр шатает сейчас. Вот. Ой, как и минки жахают просто. Ой, как минки по мутке жахают больно. Ё-моё, муталиски просто жесть. Как у ним дэмэджа нанес, сколько сейчас Бьян. Медивайки он отвести не может. Что ж ты медивайки-то не увел, друган ты, ё-моё. 100 на 166, Тру ломится вперед, у Тру все еще больше рабочих, Бьян тут чудеса какие-то контроля пытается показать, но все равно как бы ему не отойти от того дэмэджа, который он до этого получал, собственно говоря. Как же минки жахают, это просто космос какой-то, но этого все равно недостаточно, блин. Или в личке там обсуждайте все это дело. Привет, Лёлик. Почему вчерашние-то игры? То есть я сижу сейчас, как бы мне нечем заняться, как сидеть сейчас вчерашние игры, сидеть еще и мышкой тыкать, да, как бы? А если бы это была запись, то спрашивать было бы бесполезно тоже. Что случилось? Не знаю, что случилось. Вот есть с медиваками, если бы я сейчас вот смотрю, в центр выход не делал, который Тру погнал. И Витивайки успел бы хотя бы штучки 4 увезти бы домой. Может быть, что-то у него и получилось бы, конечно, в обороне тогда.
Так, ну что, ребят. 1-0 True, вторая игра, True против Бьяна. Дальше Бьян Слип стоит у нас в расписании. Но я не знаю, что именно это будет. Бьян Слип или другие матчи какие-то. Посмотрим. Улучшение завершено. Так, второй барак факта, рипер у Бьяна, то есть через рипера начинает в ранний стим он играть. Решил не мудрить, как в первой игре, а сыграть в ранний стим сейчас. Ну, всего лишь одного линга Бьяна умудрилась подрезать, здесь больше не получилось что подрезать. Овер залетался здесь утру, непонятно. Отдался овер нелепо сейчас. Рипер тут на мэйне вниз летает. Вообще все контролит. Утру мув овером делается сейчас. Все, рипер спрыгивает вниз. Третью хату ставит у нас тру. Ну, что-то полетал. Бьян посмотрел, похарасил. Сейчас может рипера потерять. Тру пытается его принять. Бьян что-то не контролит здесь совсем. Но рипером ушел, тем не менее. Готовится вниз, вниз прыгнуть. Тру побежал туда. А, вот он, два линга наверх, два линга вниз. Что-то Бьян застоялся здесь, по-моему. В итоге рипера отдает все-таки. Но ему надо было соображать, что сейчас на две части разделят все. Тру. Беллинг Нест пошел. Линги еще добавляются. Тру играет с Беллинг Нестом. В принципе, стиль линга Беллинг. Так, погодите, опять какая-то агрессия, что ли, от Тру намечается. Лейера нету, масс-линги делаются. А, он против стиля в 2 в передроп ранее со стима. Он Беллинг Бас будет делать сейчас. Ну что же, это как бы хорошая контра к тому, что Бьян делает, в принципе. С одной стороны, но с другой отобьется ли трудома. Ну, учитывая, что Бьян далеко не на своем сервере играет, может больно быть. Пролетает мимо овера прямо сейчас. Вот если в невижен овера летел Бьян, трубу не смог бы, например, сверхкруто провести Беллинг Бас бы. Он бы не знал, в какое время бы происходит. То есть уже Бьян бы здесь разгружался и врывался, а труп только там бы делал бы этот Беллинг Баст. Хотя все равно даже при таком раскладе было бы опасно. Ну а сейчас-то вообще крайне опасно. 18 бейнов плюс линги. Ну и Бьян ходит, ничего не делает. Скана нет, ничего нет. Сейчас отсюда врыв пойдет. Беллинги депошку взрывает, уходит Бьян на мейн к себе, поднимая депошки на второй базе. Там, кстати, что на второй базе? Ну, депошки, инженерки опять погибнут. Блин, нахрена инженерки на второй стоять? Не знаю, уже вторую игру подряд грейды выбивают. Если бы 1-1 бы у Бьяна было, совершенно другой расклад бы был бы. Ну, скорее всего, отобьется при этом всем Бьян. Да, депошечки можно и нужно вычинить, видится мне. Тру взорвал через икс беллингов в никуда. Сейчас прикольно это получилось. Вот. Решил, что достает уже до мариков, но в итоге ничего не погибло.
Здесь мулы летят. Зачем мулы-то так рисковать вниз сразу кидать? Щиты заказаны. Мариков уже реально много. Надо рампу бы как-то защитить Бабьяну. Но рампу он пока нечем его защищать. На мейне инженерки доделать, грейды заново заказывать. Ну, молодец. Ну что, лимит пока боевой одинаковый. Практически можно попытаться что-то и сделать разумное. Тут пойти вперед. Попытаться проатаковать. Как щиты доделаются. Ну а труп прогрызает везде камни, чтобы забегание успешное делать. По итогу-то. Передропывает чуть-чуть, чуточек мариков наверх, Бьян сейчас тру. Ох, как фокус Беллингов хорошо заходит. Молодец, то, что фокус из Бейнов сейчас. Очень напряжно для тру сейчас, ребят. Щиты доделались у Бьяна. Смотрите, Беллинги идут вперед. Беллингов надо фокус, конечно, Бьяну, но он не получается. Не фокуснуть их. Так, скан по королеве пошел, минус королева. Танки все бомбят и бомбят, королевы падают. Бьян уже понял, что камни можно здесь пробить, ворваться по структуру на ХГ. Все, камни пробиты. Тру ловит тайминг того момента, как Бьян пробил камни. Беллингов Бьян зашатывает. Марика Мелингов убивает. Марики пока живут, заходят на ХГ. Беллинги хоть спускаются, но Бьян успел еще подфокусить Беллингов несколько штук. Ну, контроль, как обычно, у Бьяна был на высоте сейчас, но продавить-то не получилось все-таки. Может, второй волной здесь еще танк и медиваков много. Армори есть, армори нету. Грейды пока не заказать. Так, что-то Бьян вообще здесь не контролит. Это был только что прав, что линги забежали. Ну, надо контролить всегда. Бьяну очень важно контролить армию свою именно постоянно. Но тут, судя по всему, Тру уже заполучил преимущество, причем катастрофическое для Бьяна. Вот если бы сейчас этот выход Бьян не отдал, было бы по-другому все. Ну, сейчас полимет 69 на 114. 2-2 у Тру, Беллингом мув сейчас будет готов. У Бьяна даже 2-2 не заказано, я даже не знаю, армори, по-моему, у него нету. Да, они есть, вот оно на мэйне. Ну, кстати, и было, я его просто что-то не заметил. Бьян сейчас палит забегание к нему. Хотя нет, кстати, по лимиту-то еще как бы не катастрофа совсем. Только 2-2 Бьян не заказывает, а вот это может быть уже катастрофой. Потому что тиран так отставать от зерга не рекомендуется. Тем более, когда мало минок, танков там и т.д. Продакшн Бьян, конечно, наращивает. Ну и либераторы как-то против лингобейнов, они тоже плохо воюют. Мутку, да, против мутки. Так, там Тру что-то лингами бегает, забегает. Либератор полетел. Куда он летит? Я не знаю, 3 часа или дальше? Дальше на второй либератор летит. В это время на 3 часах марики напрягать пытаются. Бьян 3 пытается занять. Либератор раскладывается на второй. Тру пока вообще не реагирует никак. Начинает он бомбить сейчас жестко. Здесь саплай в лук. Шлинги забежали, депошечки были уничтожены. 2 бейна здесь есть в рыве. Ну, здесь колбаты отобьются абсолютно точно. Либераторов, правда, Бьян отдает, неприятно. Ну, 11 дронов сейчас забрел. 10 отступил, на стенку восстановить. 84-85, боевой-то лимит одинаковый практически. Блин, почему Бьян с грейдами так втыкает, а? Реально, не втыкал бы с грейдиками, сейчас вообще было бы все замечательно просто.
Двойной дроп на 12 пошел. Здесь стенки нет. Я не знаю, ну поставил несколько юнитов Бьяна. Почему не поставить здесь бункер? Без фугаса. Бьян только сейчас это он заметил, я так понимаю, да? Здесь КСН пытается. И Беллинги вкатываются. В это время Бьян прессинг жесткий здесь проводит против Тру. Муталиска Путру нет. Хелбатики у Бьяна танкуют просто великолепно сейчас, смотрите. Бэйны ворвались, да, 9 КСМ к минус. Да, Линги здесь еще все грызут. Но Бьян-то в лоб, по-моему, неплохо очень дерется. Хотя, конечно, по лимиту катастрофа практически. Так, секундочку. Принимает Трубьяна, это 2-0, ребята. Хотя здесь дропы идут и все дела. Сейчас перезвоню. Дальше не звонит. Надо перезвонить будет потом. В общем-то, Тру погрыз Бьяна везде, ГГ, он пишет, не может он на Америке Тру нагнуть. Сейчас я позвоню, ребят, быстренько. Так, ребят, я здесь недалеко. Сейчас посмотрим, что тут у нас с серверами. Вот.
Возможно, на другом сервере будет. Там Sleep, в принципе, два корейца как бы добьются. Вот. Что у нас там Sleep? Осталось-то что у нас вообще? А, осталось Beyond Sleep и 2 ZVZ. Sleep Guru, Sleep True. Sleep'а что-то не видно. Так, сейчас подойду, ребят.
Так, ребят, я тут чуток перекусил, что-то вообще жрать захотелось. Вот. Ян Слип, по идее, должен быть сейчас матч. Так, все, вроде Слип здесь. Но почему так, черт побери, долго? Почему так долго, ребят? Ну, вот, получается, что так.
Ну что, ребят, Корея в этот раз не американский сервер. Бьян против Слипа бьется у нас. Пошла ЦЦХ сейчас вторая. Ну, на Корее явно попроще будет. Да и Слип, я так думаю, что послабее. Все-таки трузерк такой. Ну, да я не думаю, я уверен даже. Совершенно. Открыла окно, что-то уже совсем темно стало. Да, мне еще, у меня сегодня какое-то самочувствие странное такое, честно говоря, у меня просто, ну вот, как-то голова вообще кругом идет, не знаю. Фу, нереально тяжеловато. Трудовато, встал сегодня, блин. Стиралку там человек приходил подключать, блин. Прикольно сейчас дрон. Ну, его не отбросило в другую сторону, а он от гранатки, наоборот, к хате полетел и болтался очень прикольно. То есть сейчас граната, наоборот, добычу ускорила вот этого дрона. Был момент. Я думаю, заметили вы, кто смотрел внимательно. Вот, ну, весело, конечно, весело, но дрону не весело по 10 демеджа получать. Вот. Стимпак у Бьяна, сейчас старпорт пойдет, реактор. Все стандартно абсолютно пока что. Так, два дрона минус. Риппер на мэне. Три дрона минус. Я извиняюсь, пропустил этот врыв. Но очевидно, что Риппер запрыгнул отсюда, залетел. И был таков. Три дрона минус в итоге. Здесь у нас мариков уже 12 штук есть. Медиваки заказаны. Еще сейчас приплод будет. 15 мариков, скорее всего, будет у Бьяна к этому вылету, соответственно. Вот. Ну, практически полный дроп. Без одного марика. Полный двойной дроп. А, еще и минка строится. Но минка не успевает подстроиться к вылету Бьяна. Овера он сбивает моментально Слипу. Слип, конечно, понимает, что здесь будет дроп двойной. А дальше что? Дальше ничего, дальше терпеть надо. Вот линги забегания сейчас делают какое-то интересное. Ну а что линги забегания делают? Бьян одного спалил сейчас. Минка копается. Инженерку что-нибудь пили. А вот ЦЦшечка поставлена сейчас со стороны Бьяна. Дропчик залетает куда? Прямо на вторую базу Бьян летит. Не, передумал, полетел все-таки в другом направлении. Дропает лингов. Пытается овера подрезать. Овера подрезает. Стимпак есть. Все, есть 7 бейнов. Где они морфятся? Дома морфятся, не здесь. Здесь решил Бьян не слип не морфить бейнов. Бьян заходит, криптумора зашатал очень не слабо. Вот, смотрите, Корея. Я уверен, сейчас мы совершенно другой контроль от Бьяна будем наблюдать. Хотя тут Марик несколько и потерял. 9 бейнов еще морфится. Вот здесь это блинкбаст от Слипа пошел. Он решил, что у него все плохо по ходу дела. Я не знаю, почему так решил. Просто решил он блинкбаст запилить. Ну, блинкбаст сильный будет, но в случае, если Бьян отобьется, то у него все замечательно. Просто будет танк, он не успевает засесть. 19 минус лингов. Слишком агрессивный, в общем-то, здесь товарищ Зерк. И в итоге получается, что блинкбаст провален просто. Как же минка сейчас жахнула. Это просто королевская минка была. Ну вы поняли вообще, ребята. Минка спасительница Бьяна просто сейчас. И не меньше, не больше, не меньше, ребят. Это 100% спасла она его. Вот, накати коньячку.
Сейчас пойду пописываю коньячком я в ванну. И вообще, как он мне может помочь в данном состоянии-то? Тут уж поможет отдых просто, мне кажется. Он отлетает, дропается, опять загружается, полетел на ХГ. Можно, кстати, это прочитать, маневр было бы сюда сразу забежать, но не бежит, слип туда. А в это время дроп на вторую Адвьяна проходит, посмотрите, залетает просто медленно, но верно ко второй базе. Позиция за минералами очень хорошая для Адвьяна сейчас, смотрите, стимпачится. Линги просто терпят, Беллингов отфукусил в три штуки сейчас. Как же Линги терпят, как же Адвьян здесь разрывает в это время на третью базу. И минусы на второй зерк, и минус на третий зерк, ребята. Ну, мне кажется, что вот если бы игры были на Корее, почему-то, ну, слишком решает Бьяна контроль, как бы, да? Он не билдами берет, он берет своим великолепным контролем и исполнением билдов сверхчетким, как бы. В итоге минус третий, мне кажется, если бы на Корее было, почему-то с Тру то же самое примерно было, сдается мне. Ну, хотелось бы увидеть так на равных серверах, их на одинаковых. Дропчик на мейн от Бьян заходит. Тут 3 на 50. Ну тут ГГ пора писать. Я не знаю, что Зерк хочет сделать здесь еще. Вот для меня это просто загадка, если честно. Ему здесь уже ничего не сделать вообще. Так, Орел у Бьяна сколько сейчас? Что-то непонятное творится. Марик что-то купит. Что Марик-то так купит? Симпатичный Бьян еще раз сейчас. Медиваки отдаются все, но тут уже минус медиваки, понятное дело, будет. Правда, погибла и королева сейчас погибнет. Нет, ушла, смотрите, от контроля слип. Но это ГГ. Я хочу потери посмотреть, ребят. Потери, ну вы видите, ё-моё, космос какой. Расслабит. Да я вроде и так не напрягаюсь, просто реально у меня свет, ну, перерасслабленность какая-то, вялость такая есть. Ничего тонизирующего надо бы такого. Заходим во вторую игру.
Вторая игра, ребят, начинается. Поехали. Да я вообще, ну, если бы я тренился на турнике, это бы норм не было. Я наоборот не тренился на турнике давненько. Мороз, карта у нас вторая. 1-0 Бьян уже ведет. Вы видели, как он просто раскатал вообще беднягу. Слипа просто в мясо изничтожил. Вот. Почему-то с другими игроками Бьяну пришлось на Америке играть, по крайней мере, с Тру. Летит очередной мул. Очередной первый. Погодите-ка, что-то дождь, походу, постебал. Дайте-ка я гляну. Да, дождь попер. Unkind Necromancer. Смотри, смотри мой канал на Good Game, заходи почаще, чтобы Корею смотреть. В описании канала твичевского есть мой основной канал, некоторые, где я рестримлю, как бы, чтобы из-за прав, ну, чтобы не забанили, я только на Good Game стримлю. Смотри, тренируйся, научишься. Чтобы научиться, надо учиться. Как нога, колено. Слушай, не знаю, недавно был случай несколько дней назад, не 5, наверное, вот, 6. Я от знакомых уходил просто, смотрю, автобус едет, они там, ну, как бы в частном секторе живут, вот, прямо напротив, ну, и там где-то 100 метров до остановки. И я просто реально 100-метровку, короче, примерно, ну, как бы я бежал 100-метровку, я на максимум бежал, вот. Прибегаю, автобус, как бы дверь уже закрыл, я уже его трогаю, типа, открой мне. Мне не открыл мудло, короче говоря, которое ввело это автобус. Я был очень зол, но зато ногу протестил, как бы. Вот. Так, третья хата заказана. Достраивается депончик очередной. Ну, опять ранний стим Абьяна. Вот, а так нога, все у меня хорошо, с ногой уже вроде как. Нужно разрабатывать больше. Велосипед, конечно, мне помог. Но этим летом я ездил на велике, наверное, максимально из всех годов, наверное. Может, первый только тоже как. Никак, конечно, жестики ездят. Ну, по времени много достаточно. И в период вообще без велика не выходил. Сейчас вот погода херовая началась, конечно, но... Надо крылья покупать. Приходит Бьян на стиме, начинает контролить. Гранатку под королев кить. Рипер уничтожен, но он ценой своей жизни Мариком помогал здесь, конечно, катить. Королев. Королев и был трансфьюз, протрансфьюзился у нас слип.
И Ульяна отступает немножечко назад. Вот еще один медивак в помощь полетел. Но тут у Ульяны, правда, дома еще нет. Третья сэшечка заказана. 1-1 пошли грейды. Я имею в виду, дома юнитов нету. Как Бьян четко улетел сейчас, конечно. Ну, опять же, контроль, опять же, кайтинг. Сейчас лингов идет. Минка делает залп. Плеера еще нет, минку выбить нечем. Вот минус тоже этого стиля, как бы, очень большой. Я хрен знает, куда там водила. Глаза долбится или специально не открыл. Там я не знаю, в чем прикол был. Но я просто, ну, не то, чтобы он там уходил. Он еще как бы стоял. Он только начинал вообще движение. То есть, и как бы там видно меня в зеркало. Прекрасно видно было. Вот. Ну, не знаю, не суть. Я, короче, подошел автобус, я в другую сторону поехал, мне знакомый позвонил. Вот. Так. 1037 бер. Как бы насчет уроков сейчас, это только по согласованию, потому что очень редко я сейчас уроки какие-то занимаюсь этим. Только эти люди мне сами пишут, там, готовы, согласны на условия мои там и т.д. И по времени надо искать, так что я не всегда и берусь, потому что ответственное дело, как бы, да, времени крайне мало, стримов столько, что вообще жесть. Опять Бьян на мейне оказывается. 106-108 по лимиту. Лимиты вообще одинаковые, пусть Бьяна и Руслипа. Беллингов отфокусил. Лингов принимает. Подраскает сумочка Лингов. Забирает, но хп слишком много потерял. Мариками Линги окружили Мариков, поэтому приходится улететь. Здесь выбивает овера. На третью базу Бьян выходит. 2-2 у Слипа заказано. А что у Бьяна? У Бьяна армали есть. 2-2 можно спокойно тоже заказывать. Заказывает и Бьян 2-2 по грейдам вровень практически идут, но для Слипа эта игра явно лучше предыдущей складывается. Предыдущий Бьян к этой стадии уже убил фактически. Так, вот опять же минки Бьяна по нему самому практически стреляют. Его олимпиада, его правила. Да, возможно и так. Так, Слип славеет роли Пинкми и Дубьяна. Сложно сказать, но Слип, я думаю, послабее все-таки Тру. И Пинк здесь меньше у Бьяна, то есть тут два фактора как бы решают. Вот. Ну, я думаю, что Бьян Тру на Корее тоже почему-то зашатает. Все-таки ключевой момент у него вот этот вот контроль, конечно. Короче говоря, в центре здесь опять же движуха идет. Мародер на минку сейчас попал, свои здесь сплэш получил. 146-116 плюс. Смотрю, чатик. Привет, Живодан. Привет всем. Вот, кто недавно особенно подключился. У нас, соответственно, ребята, SGL такой турнир от Лайфенга, который Лайфенг Кап делает, этот человека. Просто он что-то китайский StarCraft решил поднять с колен по ходу дела. И реально у него получается это даже делать. Турниров просто немерено, бабки какие-то колоссальные, там призовых сколько-сколько за него ушло.
В принципе, больше ничего не надо, как бы, турнир это онлайн. Но уже столько туриков было проведено, не один десяток тысяч баксов уже ушел, там, по-моему, призовыми. У Бьяна 3-3, здесь Адреналин Ультра Эскейм, 3-3 пока не на что заказать. Шатает Бьян. Четвертая ближняя у Зерга к Бьяну. Здесь Минка на ХГ. Здесь вообще везде напряг. Одновременно в центре крип Харасит выбивает. Так, Минка пытается зайти. Но вот против там нескольких бейлингов Минки не очень эффективно. Что Бьян небольшой группой здесь крип чистит. 165-90. Одновременно дроп на третью. У него мультитаск вообще колоссальный, а. И здесь дроп прилетает. Еще один. Жесть просто какая-то творится. Я не знаю, что здесь делать Слипу. Нет, я знаю, что здесь делать Слипу. Плевать ему, пора ГГ писать. Вот, здесь все уже. Здесь уже все, ребята. Так, по брудлингам Минка жахнула. Сейчас по лингу Минка жахнула. Еще одна Минка есть, личинок. А, на личинок Минка не действует, кстати говоря. Смотрю, только что приз был, не знаю, кто там лагнул. Видит Бьян прекрасно Ультра Кеверн, да тут даже ему Либераторы не особо нужны, он и Био расшатает с таким лимитом Ультралис. Так, Медивак отдал, не законтролил. Одновременно по центру бегает здесь ни много ни мало, Медиваков просто 10 штук. Видит Ультралов, мягенький еще пока. Трансфьюзов очень много у Слипа. За счет этого-то он и пытается тащить сейчас. Марик пытается отбежать, отбегает. Ну, Слип далеко в лес, куда он лезет без... проигрывает флам, и куда-то лезет без уникального армора. Ультри еще, что самое интересное. Зачем так лезть, я не знаю. Бьян раскатил лингов сейчас. Надо его ультру добивать. 49-86 по лимиту. Стимпачится Бьян в очередной раз. Ультру катит. Смотрите, какой дэмэдж наносит. Без уникального армора Био здесь. Ультралиски падают, ГГ пишем, выходим. Пора. 3-3, там просто Био неубиваемая с 10 медиваками. Уж лингами-то точно не убить. Ультралами ладно еще. Лингами вообще никак не уничтожить. Нет, желания у меня нет пока поучаствовать в турнире. Выясняется, кто где будет играть. Ну, ждем информации. Я думаю, что да, сейчас на Америку пойдем понемножечку. Что-то совсем темно стало. Надо мне позвонить. Сейчас бы. Сейчас, ребят, позвоню, быстренько вернусь.
Так, ребят, короче, я позвонил. Никуда срываться не буду в данный момент. Ждем какого-то чела мы и, в общем-то, будем смотреть игру. Гуру отсутствует, может быть, у Гуру бомбануло, он ушел уже, может, у нас тут и будет, в общем-то, этот, тех поражений ему. А, ну, слип, струс играют и все, не знаю. Ждем, короче.
Ребят, я здесь, прошу прощения, отвлекся ненадолго. Все, пошел инвайт как раз, оп, тайминг хороший. Гуру отсутствует, слип против тру у нас будет сейчас играть. Ну а потом может и гуру появится. Привет, Муки, 3 единицы, кстати говоря. Ребят, бот 3. Все, погнали, короче, смотрим у нас. Апофеоз. Первая карта. Слип красный, тру синий. ЗВЗ. Билды одинаковые. 17-я хата Гаспул потом. Здесь то же самое абсолютно делается. Ботаники и поддержал ваш канал на сумму 300 рублей. На респектовый диван. Парни, не забываем про диван. Чем больше респектовой мебели в Паме-студии, тем более респектовые стримы нас ждут. Спасибо, ботанички. Тебе большое. Абсолютно с тобой согласен. Очень приятно. Спасибо всем за поддержку, ребят. Короче, здесь у нас что? Здесь у нас что? Вторая хатка Беллингнест. У Тру третья хата уже на золоте ставится. Беллингнест только сейчас добавляется. А Слип делает Беллингбас сейчас. У него 16 лингов есть в наличии. Он тут ведет свои линги вперед. Муф еще не готов, у Слипа и у Тру муф не готов, еще-то линги забежали. Короче, начинается движуха дома, пытается Тру подгрызть дрона, а подгрыз неудачный происходит. Слип пытается, погоди, нет, Тру пытался дрон подгрызть, Слип беллингбастит. Лингов у него 22 штуки, у Тру 0 на данный момент, нифига себе. 4 беллинга уже есть, заморфлены заранее. Кстати, очень опасный беллингбаст-то получается. Беллингнеста еще нет до сих пор. Это... А почему беллингнест не убить вообще? Сейчас сразу же просто бы беллингов не было у оппонента. Личинки вот можно взорвать.
Много там личинок реально было. Так, Линга взрывает у нас Лип. Прогрызает одну из королев Тру. Здесь Беллинги заходят, взрываться надо или заходить на ХГ. Взрываются Беллинги, Слип... Блин, Слип вообще... То он ничего не взрывает, то он взрывает всех беллингов вообще в никуда практически. Еще новые беллинги подходят на ХГ, сейчас принимает бой. Короче, Тру грамотно сплитится. В итоге рассеивается армия и оппонента его, Слипа. И в итоге как-то все печально здесь у Слипа. Я вообще не понимаю, что он делает. Он вообще так криво сейчас. Так он криво вообще сейчас дрался. Это просто жесть. Золото отменил Тру, но рабов на 9 больше. У него все нормально вообще есть. Будет сейчас. Королевы подстраиваются, все в порядке. Хотя, за счет, из-за того, что королевы погибли рано на рампе, они в итоге не смогли кинуть личинок, и из-за этого у Тру проблемы с лимитом как бы серьезные здесь. Если бы еще Тру бы не тормозил бы и фокусил бы Беллинга, было бы вообще замечательно. Сверху уже Слипа. Сверху уже два Беллинга Тру доделываются. Слип все еще давит, лимитов в два раза больше боевого. Это крайне неприятно. Так, здесь два Беллинга в одного взрываются, вообще не в никуда взрываются. Королева спускается с ХГ. Пытается Слип что-то тут нагрызть, но, по-моему, здесь Тру отбивается все равно. Вот смотрите, какие ДД. 8 хп у Беллинга Морфича. Слип вообще не контролит, вообще не пытается даже Бейна подрезать этого. Так, здесь врывы идут, здесь Тру разводит, пытается Бейнов отменять, отменяет Бейнов. Два у Слипа отходят, вереница лингов сзади тянется. Здесь инъекции, кстати, не идеально кидаются. Вон 40 энергии у королевы накопил. Все-таки падает очередная королева Тру. Тру пытается отбиваться. Беллингов у Тру нет, блин. Слипа в Беллинге есть. И опять же, короче, Слип шатается. 23-10. Все-таки не удается Тру стабилизировать. Ну никак не удается стабилизировать эту игру. Ну вот сейчас отогнал, может это шанс. Нужно Бейнов подморфить. Морфит Бейнов Тру, королева спустилась вниз, Слип пытается подраться, королеву фокуснуть. Нет, это прохладная история. Королеву не фокуснуть здесь. И у Тру сейчас два Бейна еще будет. И у Тру сейчас будет королева очередная. Так, здесь Тру идет принимать прирост оппонента. В итоге Тру сам себя развел в очередной раз каким-то образом. Нет, чтобы прикрыть королеву, линги куда-то убежали, беллинги одни дерутся, вообще не понять как там. Короче, начиная дроны кататься, уже преимущество по дронам-то и не осталось фактически здесь никакого. Рабочие на вторую спустились, Тру уже с дронами бой принимает, тому Слипа сверху беллинг, какой затянувшийся беллинг-бас жесткий, блин, идет. Пытается Слип подрезать дронов, ну дронов не подрезал, но все равно, короче. Чуть-чуть здесь на пределе просто происходит. Королева есть инъекция. 50 энергии. Скинь ты инъекцию хотя бы. Блин, какой-то тормоз Тру, по-моему, тоже. Признаться честно. Еще 6 дронов взливает Слип Тру. И прессинг продолжается, но Тру все еще держится. И лимита боевого стало практически одинаково. Здесь пытается Слип Беллингов подрезать. Беллингов не подрезать. Короче, Тру отбился, ребята, это факт. Но что-то по лимиту уже хуже все становится у Тру. Слип пишет гэп, смотрите. Рабов 20 на 16, технологий там и там нет. Это называется просто безвольность и вообще мертвый игрок. Почему? Потому что даже не может оценить грамотно ситуацию. У Тру все хуже было, несмотря на то, что провалил прессинг этот Слип. Ждем вторую игру.
Так, ребят, ну что, true 1-0. Так, Вейны. Нет, Вейны рабов не ваншотят с плюс один. Как они могут ваншотить рабов с плюс один, если один армор лингов контрит беллингов? То есть беллинг наносит 34 дэмэджа по армору просто. Точнее, он наносит 35, а армор его поглощает. Вот и все. И даже с плюс 2 беллинг рабов, я так понимаю, не убьет с... Хотя с плюс 2 сколько там дэмэджа ему дается? Вопрос хороший, надо посмотреть. Как бы. Сейчас посмотрим, что там у Беллинга. Я забыл его характеристики полностью. И все, тут третье уже. Опять же здесь более ранний Беллинг Нест у Слипа. И опять Беллинг Баст идет. Смотрите, Линги сныканы. Короче, он ничего другого сделать просто не... А, ну он уже не вышел 100%. Все, он просто сливается сейчас и все. То есть Тру выйдет с первого места по итогу, а Слип выйдет со второго. Спалил свой Беллинг Баст, идет вперед. Тру делает лингов, если выдержать, все то же самое будет. А может Слип вообще не хочет как бы ну, выигрывать, может он Тру специально отдает здесь победу, я не знаю даже в чем прикол. 4 беллинга у Тру запилено, линги строятся, 16 штук. Да, здесь лимит, конечно, у Слипа побольше, чем у Тру. Дрон уходит со второй на мейн сейчас просто. Укусить беллингов неплохо бы было бы, конечно, Тру сейчас, но он и так спускается вниз. Королева хоть и падает, но беллинги зато хорошо идут. Где-то 4 беллинга двумя взорвал сейчас Слип. Это Тру, точнее, Слипу. Это было четко достаточно сделано. Так, здесь Бейн с ХГ спускается у Тру. Нужно вниз уйти. И взорвать бы желательно побольше лингов бы Слипу. Но Слип не может пока вообще ничего... Точнее, Тру вообще пока ничего взорвать не может. По лимиту он, правда, в плюсе. И нету такого преимущества, как в прошлой игре, когда 20 на 10 было. Сейчас просто он 14 на 17. Совершенно другая ситуация, не как в прошлой игре. Беллинги ходят, беллинги взрываются, Тру отбивается. Пишем ГГ, выходим, собственно говоря, у Тру все замечательно. Короче, Тру первое место, второе место у нас, соответственно, занимает Бьян. На Угуру бомбанул, он вообще куда-то ушел, я так понимаю, он и не вернется нифига. Так. У пробки ровно же столько же хп, сколько у Б, сколько у дрона. И с плюс один беллинг точно не взорвет пробку. С удара с одного. Хотя погодите, мне почему-то казалось, что да. Почему? А почему взрывать? Ему что-то столько дэмэдж дает много, что ли? У него уж 35. Да не, по идее, не должен он пропуск плюс один взрывать. Тут что-то как-то явно не в курсе вот этого всего дела. Даже с плюс 2, если по 2 дэмэджа ему дают, не должен он взрывать. Но дают, наверное, больше по легким, чем по 2. По 2. А, ну по легким по 4, наверное, дают просто. Либо еще больше, чем по 4. Тогда да, это все сработает. 62-43. Непонятно, что здесь хочет Слип. Тру тоже в наглую как вперед прет. Ну, Тру 7 роучей заказано, а здесь вообще просто, ну... Ну, Слип, да, он уже сливается, он уже и не играет, а, собственно, не вышел никуда. Слип вообще какой-то... Вообще игрок мертвейший, так, ну, я не знаю.
Он, по-моему, в КТ был в команде или где? Он и когда там-то был мертвый, а сейчас вообще его не видно, и он хз вообще, короче. Даже ничего не могу сказать, что он сейчас играет, не играет вообще. Минус ГГ, слип пишет, все, хорош. Так, ну ждем каких-то новостей про Гуру вообще, что он там как. Ну да, Слип уже не играл, вообще не вижу смысла Гуру проводить. Сейчас матч Гуру Слип, я даже не знаю, что там смотреть-то. ЗВЗ и где никто и выиграть особо не хочет. Но это же совсем извращение какое-то. Так, секунду. Thank you.
Короче, гуру придет. Гуру придет сейчас, говорит Лайфенг. Ну, посмотрим, что здесь будет. Я пока домой позвоню. Так, короче, все мы ждем гуру, блин, а он стримит, короче. Чем там стримит-то вообще? Так, короче, ребят, гуру у меня ждать желания особого нету. Сейчас я делаю стоп-старт, буду закругляться, скажу, идти надо, блин. Мне реально как бы уже идти надо сейчас. Вот. Сейчас я к вам вернусь.